Цветок орхидеи готов. Следующее, что необходимо сделать, это маленькие бутончики. Чтобы сделать такой бутон, необходимо также набрать бисер на проволоку, отмерить 5 бисеринок, или 4, или сколько вы хотите. От длины набранных бисеринок зависит высота бутона. Я один, допустим, сделаю такой маленький, а второй хочу сделать немножко побольше. Поэтому на основную ниточку, на основу, я набрала уже не 4 бисеринки, как было раньше, а немножко больше, у меня их тут 6. Отсчитываем 6 бисерин, 6, и отрезаем. Первый ряд я делаю как обычно. Далее мы загибаем обе стороны на изнанке, а изнанка это там, где оборот проволочки виден, потому что виден он всегда только с одной стороны, с другой стороны все остается гладенько. Получаются вот такие две чашечки, которые мы сейчас сверху соединим вместе, потом опустим вниз, и бутон будет готов. Следующий этап в изготовлении орхидеи заключается в изготовлении листика. Я сделала один листик, чтобы показать, как он выглядит. Для этого я набрала на основу 6 витков, 6 дуг. Основа с бисером составляет 10 сантиметров. Далее дуги выглядят вот такие, все они расхлёбанные, потому что проволока, на которой находятся дуги, более тонкая, и они не могут ее держать. Для этого нам необходимо прошить листик, вот как этот листик. Для этого возьмем более тонкую проволочку, чтобы было легче просто с нею работать. Закрепим примерно на середине ее у листика. Прокрутим несколько раз. И потом будем прошивать. То есть мы будем пропускать проволоку то одну снизу, другую сверху между бисеринками и стягивать ее. Стягивать так, чтобы ее не было заметно. И так, чтобы она крепко прижимала дуги друг к дружке. И потом в итоге получится вот такая полосочка, которую плохо заметно, и в этом ее преимущество.
Когда все детали готовы, можно собрать орхидею и посадить ее в цветочный горшок.